Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 2 августа, вечер, 8 час вечера. Жарко, 27 жары. Прошел небольшой дождь. Вот видите, даже землю толком не смочило. Но гроза как долбанула два раза, грубо говоря. Что аж стены все затряслись. И вот мои помидоры легли. Ладно, я тревожить их не буду, пускай они аккуратненько ложатся. Иду в теплицу срезать свою дыню Алина. Она уже вся полностью желтая. Уж очень хочется попробовать. Немножечко только местечко это вот. Попка, где она лежала, а так она уже полностью созрела. Боюсь, чтобы ее что-то не съело. Я уже верх обрезала у нее. У меня, как я вам говорила, что помидоры ест. Здесь я все очистила уже. Огурчики одни растут у меня вот много. Ой, как они мне надоели, честное слово. Кто-то вот многие жалуются, что огурцов нету, ну а я уже замучилась с ними. На это вот, наверное, недельки через две будем ждать этот медовый спас. Видите, начинает отличаться. А это Золушка. Золушка поменьше. И она такая вот гладенькая. На следующий год два сорта эти буду сажать. А вот видите, эту вот сбросила. Не хочет. Как я читала советы агронома, что больше трех нельзя оставлять. Вот она, это вот уже месяц, наверное, такого сидит размера, и толку никакого на растении. Ну вот у меня вот и три получается. Раз, два и три. Видите, это у меня центральный удален. А здесь удалены пасынки, а идет по центральному. Так что можно и так выращивать. Но выгоднее, конечно, удалять центральный. И с одного куста получается, как говорится, два урожая. Ну ладно, пойдем снимать. Хотя она еще не пересохла. Но вот боюсь я за нее. Будем обрезать. Принесла я эту красоту в дом. Сейчас разрежу и посмотрю, что там. Вот она, такая красота получилась. Но, по-видимому, еще зеленоватая. Ну ладно, сейчас отрежу, попробую, какая она на вкус. Вот отрезала, будем с вами дегустировать.